Жители Камвольного микрорайона. По дороге к озеру кто-то раскидывает чужие могилы. Вырывает из земли, видимо, или под мрамор их использует, или по что-то. То есть вандализм налицо. Люди идут, возмущаются. Кто-то вырвал могилу, кинул прямо по дороге к озеру. Властям, видимо, и дела нет, что похититель действует. Подозреваем в том, что люди так мрамор добывают, что ли. Вот, даю ориентацию, там московский, там Камвольный микрорайон, гаражи, дорог, магазин визит выходит. Там рощи сосновые, карьеры, впереди озеро. Кто-то раскидывает памятники. Так что Камвольный восхититель гроб не действует.